Заседание Международной черкесской ассоциации совпало с двумя крупными культурными событиями. 45 лет отметил ансамбль народного танца причерноморских адыгов-шапсугов «Шапсугия», и четверть века исполнилось центру адыгской культуры. Место для проведения выбрано было нами не случайно. Мы знаем о той огромной работе, которая проводится в крае, как четко организовано в этом многонациональном регионе, и какой богатейший опыт накоплен и властными структурами, и как живут дружно в этом прекрасном краю. Отдельная тема повестки дня – культурное и научное просвещение. Ассоциация уже давно занимается внедрением и популяризацией адыгского языка. Создаются единые методические пособия для школьников. Собравшиеся уделили особое внимание и развитию отдаленных аулов, а также взаимодействию с муниципальными и краевыми властями. Было отмечено, что в последние годы идет серьезная работа по улучшению инфраструктуры в отдаленных поселениях. Халид Ушхо – коренной убых, бывший глава Лыготхского сельского округа. Таких преобразований в аулах он еще не видел. За два месяца почти вот эти два аула, наш аул Хаджико и Халеж и Льгот, они полностью все улицы заасфальтированы. Такого я за 69 лет не припомню. Но есть и не до конца решенные проблемы, например, с газификацией отдаленных сел. Мэр курорта пообещал, что скоро голубое топливо начнет поступать во все дома жителей горных аулов. Хочу сказать, что еще 6-7 лет назад у нас вообще по большому Сочи была газификация 52%, а сегодня до 90%. Мы сегодня занимаемся проектированием и думаем, что до 2020 года, наверное, и этот вопрос будет с мертвой точки сдвинут. Не обошли стороной одну из главных политических тем – борьбу с терроризмом. Представитель Сирии, вице-президент Международной черкесской ассоциации, отметил большой вклад России в урегулировании политической обстановки в его стране и на Ближнем Востоке в целом. Мы гордимся, что сейчас я проживаю постоянно, имею гражданство тоже российское, что Россия вот так помогла нам и до сих пор оказывает помощь для сведения, вернуть мирной жизни все стороны в Сирии. План работы Международной черкесской ассоциации на 2018 год уже определен. Собравшиеся документ утвердили. Ольга Десятова, телекомпания ФКТ.